что не так долго, Андрей Федорович, всего лишь 10 лет. Так что желаю вам тоже того же. Мы сейчас вам споем песенку из фильма «Цвет ночи». Возможно, кто-то помнит, был такой фильм в 90-е, так что немножко поностальгируем. Да, был там Брюс Уиллис, в конце там почти все умерли, но я желаю, чтобы у вас в новом году все было замечательно. А если вам захочется пожаловаться на свою тяжелую жизнь рабочую, то можете обращаться к нам в отдел внутреннего пиара и коммуникации, и мы с удовольствием вас выслушаем и постараемся помочь. Ну а теперь мы ностальгируем немножко по 90-м. Ну что ж, а мы приглашаем Юлию в студию.